поехали с детьми в парк погулять, а эти враги уже с коронавирусом все тут позамыкали. Вот, а мои дети хотят найти сейчас какую-то железку, чтобы открыть уже самим замок. Вот они у меня все-таки, никакого раболепия у них перед законом нет. Ну, мои же внуки. Говорят, деда, давай, открой нам замок. Эй, Нова! Что, не получается? А Джизелка у меня уже изучила на Гугле, как открывать замок. А Белка говорит, деда, говорит, давай камнем его разбей. Сейчас найдете железку, давай. Окей, давай. Второй раунд. Second round, давай. У нас сколько тут? 5 участников. Let's go. 1, 2, 3, go. Gisela first. Yes. Daniel second. No? Go, 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 go. Daniel длинноногий. Okay, we'll see. I'm winning. No, you're not. Yeah, I am. Okay, давай. Опа! Настя second one. Дэниел, кто вот это поломал? А? Кто поломал вот этот спринкл? А? Даня, когда я уезжаю из дома, ты самый главный в доме после мамы. So, ты должен за всем следить. Трудовая терапия для моего сына Даньки. Замена оросительной системы. Спринклс хотел сказать. Вот так, друзья, смотрите. Америкозы собрались и делают. Видите, что у них тут получается? Hey, Americans. You know how to do that? А? Huh? Americans. You know? Илюшка американец, Даня американец, вот. А я американцу Дане говорил, что нужно откручивать в другую сторону, not clockwise. Сразу пошла, да, американец? Вот американец мой. Давай. Молодцы мои американцы. Что-то получается. Огород. Между делом тут засадили мы огурчики. Правда, огурчики в Калифорнии суховатые получаются, но мы обильно-обильно их поливаем водою. Кстати, когда я приехал в Америку, то есть, в общем-то, когда я купил этот дом, первое, что меня удивило, когда я начал разработку вот этой площадки, трава у меня подходила почти до самого дома, то есть вот до вот этой вот плиты. Вот, я начал разработку вот этого участка. Первое, что меня удивило, то, что когда я копал землю, в земле практически не было червей. Я помню, давным-давно мы собрались на рыбалку с моим старшим сыном, с Кириллом. И я говорю, да, сын, пойди накопай червей. Вот здесь вот, на этом выжженном солнцем участке. Он копал-копал, говорит, папа, червей-то нету. А вот сейчас у меня вот в этой вот грядке
где ни копни, червя найдешь. И не просто червя, а жирного. А тем временем мои американцы уже выкрутили наконец-таки эту штуку, да? Что там ищешь? Так, молодец. Давайте, мои американцы. Ну-ка, Илюша, отойди. Не видно, что тут-то делает. Ах ты, внуки мои, какие красавицы. Ари, ты любишь деда? Любит, любит, да. Ну-ка, давай, американец. Ага. Ари, Ари, Ари. Эй, Ари. Where do you wanna go? Up high where? Туда? Вот так вот, друзья. Нужно с детьми по-английски разговаривать. Никто не хочет по-русски разговаривать на этом языке рабов. Ну давай, давай, go. Сейчас будем приводить вот этот угол в порядок, чтобы он мой сарайчик не трогал. Ари, Ари. Бабика. Бабика, мы здесь, а уже все. Ха-ха-ха. Вот он еще лезет, один супчик. Бабушка Галя, что это у тебя внук не лезет сюда совсем? Так, ну все, режем, да? Режем. Вон, посмотрите, как мои соседи живут с высоты птичьего полета. Я его беру. Вы потом это там соберете у меня, окей? Окей. Кстати, друзья, это обрезаю гранату. Смотрите, гранаточки здесь, а красавицы висят. Вон они. Но они мне могут весь мой сарай попортить. Пустые. Ну так вот, Даня, видишь? Как тебе надо тут все красиво делать. А то он сарай трогает и все. И сараю хана. Все, слазим. Немногие в России или в Украине имеют такой самовар, да, Галина Владимировна? Вот, а я тебе говорил, не надо вести шторы, надо вести гантели, надо вести казан. Надо вести самовар с собой. И как всегда, да? Оказался прав. Мужик сказал, мужик сделал. Вот так, друзья, своих америкосов, короче, удивляю, внуков. А кто им покажет, если не дед, да, Галина Владимировна? Не говори. У самовара я и моя Галя. Да, Галя?
Это у нас уже День независимости отмечают. На колени перед черными встали, теперь День независимости отмечают. Позорные мусора поганые.